Добрый вечер. Ну, расскажите мне, как вы считаете, как пишутся песни? Вдохновением. О, тоже интересно. Ну, ладно, я понял. Тишина. Ну, варианты разные. Сначала песни, потом музыка и так далее и тому подобное. Когда муза рядом, сюжет и так далее. Вот сейчас Саня вам расскажет, как пишется песня. Как нужно я найти для совершения колдовства, семь нот простых открыть, и алфавита надо я. Взять слово свежее, приправить музыкой дождя. Но как соединить их для святейшего родства? Музыка и слова пусть рождают снова ветер алый по усам нашим кораблям, нашим кораблям. Музыка и слова нам даны от Бога. Молю, не уходи от нас, мелодия любви. Молю, живи в груди, мелодия любви. И тайная приправа, трепетание души, возвращенной весной на жизненных полях любви. Пусть чувства песни в небо полетят, как журавли, при грозах и сомнениях сердце стук ты запиши. И барабаны дробью расстреляют пустоту, басы усилят понимание и глубину, подарят нам мелодию любви еще одну. И зазвучит вокал, смывая к звездам высоту. Музыка и слова пусть рождают снова ветер алый паруса нашим кораблям, нашим кораблям. Музыка и слова нам даны от Бога. Молю, не уходи от нас, мелодия любви. Молю, живи в груди,